От городских ребят не отстают и крымсараевцы, которые в воскресенье провели легкоатлетический марафон. На старт вышли около 40 сельчан и гости из соседних населенных пунктов. Я уже 3 года хожу на легкую атлетику. Я специально приехал из Ташкинова, чтобы поучаствовать в данном соревновании, посвященном 70-летию Великой Победы. Потому что для меня важно подвиг наших предков. Участники соревновались в возрасте от 6 до 13 лет и от 14 и старше. Для самых маленьких дистанция составила 500 метров, а для ребят и девушек постарше – километр. Для мужчин необходимый отрезок забега составил 2000 метров. С целью пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения и сохранения в сознании молодежи памяти победы Великой Отечественной войны наши Родины и фашистской Германии было объявлено мероприятие «Легкоатлетический пробег». Организатором этого пробега является клуб деревни Крымсараево и председатель комитета по делам молодежи, яркий представитель спортивной жизни деревни Крымсараево Шакиров Олег Юрьевич. Мы хотим, чтобы каждый участник соревнования сегодня продемонстрировал своим поведением, своим личным примером необходимость заниматься спортом. Победителям организаторы вручили кубки, грамоты и медали. Юниорам и юниоркам, занявшим 2-3 места, достались медали и грамоты. А всем остальным раздали утешительные призы. Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов. Информационная программа «Ежедневник».